Владимир Путин strode into town. Почему раньше здесь не было людей, которые способны были принимать решения? Почему здесь-то забегали все как тараканы перед самым моим приездом? Unlike Medvedev, Putin confronted the factory owners. Считаю, что вы сделали заложниками своих амбиций, непрофессионализма, а может быть просто и тривиальной жадности. Тысячи людей. Это абсолютно недопустимо. Если собственники договориться между собой не смогут, то единый комплекс все равно будет восстановлен. В том или в другом виде, то это будет сделано без вас. He demanded the owners, including billionaire Oleg Deripaska, sign an undertaking to restart the factories. Вы подписали этот договор? Да. Олег Владимирович подписал? Подписали. Что я не вижу, вы же подписи, идите, подпишите. Идите ко мне. Да, договор. Classic Putin.